Всем привет, дорогие друзья, с вами Родригес, и мы сегодня посмотрим замечательную игрушку Tasty Planet. А что это за игра? Управление крошечным шариком серой слизи, который будет просто все сжирать на своем пути. И нам обещают разработчики, что мы дойдем даже до целых планет, в общем-то. Будем съедать даже целые планеты. Как это будет, интересно, ребят, посмотреть. Если вам игрушка понравится, ребят, не забудьте поставить лайк, пишите полезные комментарии. Ну, а мы поехали. Давайте разбираться в ней, что тут у нас есть, значит, ага. Два ученых здесь какие-то, да, сидят. Ага, в общем-то, у нас изобрели два ученых вот такой вот интересный шарик серой слизи, который сбежал, ребята, посмотрите. Ну, его лаборант вроде как отпустил, да, на вольные хлеба и дал ему что-то покушать. И мы, наверное, сейчас будем как-то... Так, понятно. Будем питаться, ребята, развиваться. Отлично, 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 погнали. Это какие-то M&M'сы, что ли? Конфетки какие-то, я не знаю, что это такое. А слева у нас вверху размер нашего замечательного главного героя. Вот это вот слизи. Серую слизи. Она уже достигает 3,5 сантиметра, ребята. 3,5 сантиметра. Это довольно уже такая большая, большущая. Так, и вот лягушка есть. Ух ты, мы съели лягушку. Да, мы развиваемся, ребят, становимся больше. Игра очень похожа на ту игру, которую мы проходили до этого. Это Tasty Blue. В общем, очень-очень похожа. Да, мы проходим первый уровень. И вот, собственно, довольно здесь все интересно. Интересненько. Съели мы лягушку и отправляемся дальше. Давайте посмотрим, что у нас в следующем уровне. Так, нужно все съедать у нас, да? Ух ты, здесь крысы есть. Лягушки и крысы, ага. Да ладно. Так, нужно держаться от них подальше. Пока мы не развились, нужно держаться от них подальше, я так думаю. Так, ну пока я маленький, довольно проблематично все эти съедать. Шарики, эти конфетки, не знаю, что это такое, ребята. А пишите в комментариях, как вы думаете, что это такое, бактерии, что ли, или что? Ух ты, мы начинаем есть колбы. Или мелки какие-то, мелочки. Так, это мне нравится. Лягушка наша, да, мы ее съедаем. Ого, ням-ням, вот это да. Так, поели, нормально. Ну, неужели мы дорастем до размера крысы, что будем съедать уже? Ух ты, так... Все, что уже плохо лежит, ребята, мы начинаем есть. Так, нормально. Колбы погнали, колбы. Съедаем лягушки. О, крыса наша, да. Оу. Уже пошли, то есть уже серьезный размер. Сколько? 12 сантиметров, ребята, уже 12 сантиметров. Это уже приличненько. Так, мы уже, наверное... О, сейчас мы будем съедать уже абсолютно, наверное, все. Так, крыса там... Сбежала от нас, я хотел ее съесть. Она как раз успела скрыться. Ну где же крыса? Я хочу съесть крысу. Есть у нас крысы? Будут у нас? Да, есть. Одна, вторая, отлично. Отлично, мы покушали знатно, ребята. Мы знатно поели. И в итоге мы переходим в следующий уровень. Посмотрим, что у нас будет дальше. Так, а тем временем, пока, наверное, ученые не могут понять, что наша такая вот бактерия. Ух ты, сразу начинаем с крыс. Или мышата это. Бактерия-то, она уже развивается. Посмотри-ка, мы начинаем уже сразу практически с 12 сантиметров. А вот так вот. Ух ты, котяра, посмотри. Котов будем есть. Страшная игра, ребята. Если мы уже начинаем на третьем уровне уже есть котов, что же будет дальше? Котам дико не повезло. Уходим. Смотри, кот за нами охотится. Котяра. Да. Я вообще, ребята, на самом деле люблю котов. А у кого, ребята, есть коты, кстати, домашние животные? Коты, кошки, ребят, пишите в комментариях, как их зовут, клички. Например, так, а, собственно, у этих котов-то... Где, кстати, коты? Мы можем уже, наверное... Воу, съесть уже, нет? Смотри, он съел, он практически... за нами погнался, но как бы нам удалось скрыться. У нас были очень-очень опасные... Ох ты, так, съедаем. Опасная была, ребят, ситуация, отлично. Что это мы съедаем? Я совсем, конечно, понимаю, но какие-то коробки или какие-то принадлежности для... Отлично. Для того, чтобы, ну...
работать в этой лаборатории, да? Так, планшеты съедаем уже. Нормально. Кота съели! Вот это да! 34 сантиметра, ребята, размер уже. Котяры. Смотри, я по свету-то меняюсь тоже. Я, кстати, только сейчас заметил, ребят, смотрите, что я съедаю такого цвета и становлюсь. То есть, если мы кота съели, он такой прямо рыженький был, я немножко порыжил. Потом тут же съел бумагу, и я побелел. Прикольно, прикольно. Так, тут у нас что? Опять мы начинаем, наверное, с бактерий, с каких-то... Как здесь все насыщенно, как здесь все вкусно. С конфеток каких-то. Blue candy, orange candy. Так, ну что, погнали, давайте. Тут у нас конфетки полным ходом, электрошок какой-то съели. Ну, здесь более-менее спокойно в этом уровне, по крайней мере. Ой-ой, там чья-то лапа вылезла, а это лягушка, да? Лягушка, ну, лягушку-то мы любим. Так, мне уже вот это нравится, когда вот мы перемещаемся, становимся больше, это уже прикольно. А, вот, смотрите, ученые, они стоят, они в шоке, они наблюдают за нами, они, смотрите, наблюдают за нами, они думают, нифига себе, что творится, эта маленькая серая слизи, она просто бешеная, она сжирает абсолютно все, она все уже колбы съела, уже мышей, и сейчас уже всех сожрет, которые у них там есть. В лаборатории, вот это да, посмотрите, доктор за нами следит, он прям так поворачивается, он смотрит, наблюдает, я не знаю, может он будет атаковать или нет, смотри, с лаборантом. Наблюдая за процессом, я не знаю, почему они еще ее не прибили, но им же интересно, они же ребята ученые, они же ученые, они будут наблюдать за этим. Оу, я спрыгнул со стола, ребята, я спрыгнул со стола, не может быть, мы теперь... Можем съесть самих докторов, что ли, получается? Наших создателей? Интересно, такое будет, а? Так, а где наши доктора? Я хочу посмотреть, где они. Так, сжираем абсолютно все. Так, котяра. Котяра наш. О-о-о, мне жалко, ребят. Ну, что делать? У нас злостная, серая такая слизь, которая безжалостна просто ко всем. Слушай, а ученые убежали, Я думал, я их, наверное, покушаю. Но нет, как-то не получилось. Не судьба, наверное, мы встретимся в другой раз. Ученые быстренько под шумок свалили. Они поняли, что дело пахнет жареным, что наверняка их за это могут уволить с работы. Ну, как минимум, наверное, если не посадят еще. Если успеют, собственно, как-то это все предотвратить. 168 метров, я, ребят, не понял. Так. Господи, ученые в шоке! Что делать? Так. 65 миллионов лет назад. Это нас возвращает, наверное, в историю какую-то или что? Сейчас нам вернут. У нас новое достижение, открыто достижение молекуляр. Гастрономии какой-то, я не знаю, что это значит, но, в общем-то, наверное, мы съели достаточно много всяких молекул и предметов, очень много, посмотрите, какое количество, просто сумасшедшее, почти 500 различных предметов мы слопали, это круто. Так, нас высаживают, это, видимо, предыстория такая этого... замечательного такого интересного, довольно позитивного существа под названием серая слизь. Ой-ой-ой, мураши. Нас высаживают там сколько-то миллионов лет назад, в общем, до исторических какой-то времена, где обитали вот только молекулы, людей еще не было, различные вот эти вот... Ой-ой-ой, я поранился. Различные букашки, муравьи. Вот такие вот существа разные, посмотрите. Я не знаю, мы сейчас съедаем, это кто такие, может быть, это тля какая-нибудь, а? Ну, в общем, я вижу здесь муравьишки есть. Размер у нас очень-очень маленький. Мы просто малыши, просто. О, да, переходим на следующий уровень. Так, скоро будем муравьев кушать. Так, вон там улитка. Я к ней прикоснулся, и она меня как-то вот... немножко ударило, то есть я почувствовал, что к ней не надо прикасаться, нужно подальше пока от нее находиться, но я думаю, мы сейчас дорастем до размеров муравьев и съедим тоже улитку. Отлично, переходим на другой уровень. Так, улиточки, различные какие-то гусеницы, ребята, появляются у нас гусеницы, так,
Хорошо, может быть, сейчас лепесточки будут. Ого, бабочка здоровая, ребят. Смотрите, там кого-то... Кого-то там съедают, хищники появляются. О, да. О, осторожно. Ё-моё, бабочки. Они такие большие, кажется, а? Да мы всего-то, я не знаю, сколько мы еще. А, нет, мы совсем еще маленькие, еще сантиметра нет, ребята. И нам нужно сейчас активненько развиваться. Так, еще нам что-нибудь покушать-то надо. Давайте что-нибудь еще, кого-нибудь съедим. Вот, вот этих вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Муравьев начинаем есть, да. Я этого долго ждал. Муравьи. Прикольно. Так, стараемся не касаться никого, а то они нас... Так, на красных муравьях мы вылезем. Камешки. Можно камешки покушать. Ха-ха. Прикольно он так. Ням-ням. Так, осторожно. Вот они. Дошли мы до этих... Господи, как же их зовут-то? Улиток, вот. До улиток мы дошли. Нормально. Ну, мы сейчас-то быстро прокачались, потому что улиточек у нас много, а муравьев тоже. С листвой уже можно теперь не церемониться, тоже можно кушать. И мы переходим еще на один уровень. Мы съедаем уже гусениц. Белые гусеницы – это наше любимое лакомство. Становится прекрасно. О, еще гусеницу. Круто. Так, только гусеница у нас. Посмотрите, бабочки уже не такие огромные, когда нам казалось, что они просто, я не знаю, с дом. Черепаха наверху, ребята, черепаха. Какой-то крот, что ли? Кто такой, а? Кто там такой появился? Стрекоза, посмотрите, стрекозы. Какой здесь насыщенный мир, ребята, какой здесь насыщенный мир. Это прикольно, так. Давайте мы каких-то начинаем жуков, я не знаю, кто это такие, но, короче, мы уже их тоже едим. И, я думаю, грибочки пошли уже в ход, грибочки. Отлично. Грибочки, это наша тема. Так, хорошо, картошка, что ли, или что это такое? Так, картошечка, нормально. Съедаем. О, мухоморы появились, бабочку мы пока тронуть не можем. Так, а вот картофея можно съесть немножко. Так, ладно. Ну что, а вот бабочка уже, я съел бабочку, да. Стрекозу могу, нет? Нет, не могу пока. Пока еще недостаточно доросли до ее размеров. О, листочек съел, прекрасно, бабочка. Теперь наша стрекоза ждет, смотрит, и она не понимает, стрекоза, что сейчас-то ее тоже очередь придет скоро. Совсем скоро, между прочим. А, ну что ж, смотри-ка мы... Черепаху. Я жду не дождусь, когда мы съедим черепаху. Это будет здорово. Так. Yummy. Мы съели. Блин, почему мы не успели съесть черепаху? Я только разросся. Ну, вообще. Надеюсь, мы ее съедим в следующей серии. Ну что же, игрушка, ребят, довольно прикольная, веселая. Такая интересная. Здесь очень разнообразный, ребята, мир. Очень много различных существ встречается. Если вам понравится эта игра, тести Planet Back 4 Seconds, ребят, ставьте лайк, пишите комментарии, если вы ждете продолжения, обязательно поддерживайте, ребят, прохождение, и мы сделаем новые серии, ребят. С вами был Родригес, я вам желаю хорошего настроения вам, дорогие друзья, успеха вам, удачи, и до новых встреч, всем пока-пока!